Задание номер 46. Вот решение. 170 минус 15 умножаем на n равно этому знаем, сколько километров осталось. Почему 170 минус 15 умножаем на n? Вот, 170 километров, 15 километров в час и n. Квадратные скобочки n равен 3. Вот почему. При n равно 3. n равно 3. Это в квадратных скобочках. Равно 170 минус 15 умножаем на 3. Это вот то же самое, что и здесь, только вместо n будет 3. И еще раз равно 170 минус 45 равно 125. Ну, вот это вот можете не писать, кто как хочет. Просто так вот, ну, почти всегда надо. Потому 15 умножаем на 3. 45, 170 минус 45 равно 125.